Hello. Come, Puerto Vallarta is a paradise. It's paradise. Excellent. Yeah, beautiful. Excellent. Excellent. Вот такие мы, бабы. Любим мы тряпки. Ну что поделать. Привет, ребята. У нас сегодня день номер 3. Мы все еще здесь, в Мексике. И позади меня сады красивые, мексиканские. И сейчас мы находимся на завтраке. Мой муж активно уже работает вилкой. Hola. 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 Por favor. Gracias. Okay. Короче, говорит по-испански, не остановишь. И что? No, no. Okay. No, no, maybe. Это что набрал? So really what do you have in your plate? I don't know where to start. Roasted pepper, you see? This is roasted. Jalapeno, roasted pepper. Is this roasted pepper? Only roasted my mother pepper. Would do home. This roasted, okay. Ну, короче, перчик. Look, на onion. Гриле. Look, grilled onion. Grilled onion, то же самое, лук на гриле. Оливки? Оливки, конечно же. Папайя, pineapple. This is salmon fish. Salmon fish, крем. Yeah. Yeah. Типа вот этот маленький бутерброд шоу. And this pork is like... Ну, конечно, you cut it yourself. Pork, я не знаю, приготовленная свинина на гриле. I look it more how it looks. And then. Это вот разные чизы, сыры. Yeah. И у нас есть томатный джюс, сделанный в мексиканском, вокруг ложится соль, в смысле. Здесь у нас грин джюс, ну, конечно, чашечка кофе. Моя тарелка сегодня более вегетарианская, у меня нет ничего такого, кроме сыров. Это у нас cauliflower, forgot how to call it in Russian. У меня есть рыбка, салмон. Опять же, grilled pepper, виноград, strawberry, клубника, папайя, в общем, все, ягода и, да, разного рода сыры. Несколько сортов, все это разные сыры. 1, 2, 3. Ну и pineapple тоже. А, ну и арбуз, то, что я люблю, это так, как я люблю есть my breakfast. В окружении этих тропических красивых растений, в этом саду прелестном, я же представляю, как мне этого будет не хватать. Хотя у меня дома тоже растут экзотические тропические растения. Под хорошую музыку. Мама шусерно ест. Окей, ну и теперь приступаю я тоже к трапезе. Это моя вторая тарелка. Видите, я снова взяла немножко рыбки, арбуз, ягода, blueberry, голубика, папайя снова, грейп и, что интересно, авокадо, ананас и вот эта вот ягода новая появилась. Ну и, конечно, сыры. О, май год, I'm going to eat it. Что у нас у мужа сегодня? What do you have, dear? No idea. On the bottom. I don't know. You good. Didn't arrange this good. Plate? No? No, it was arranged. It was arranged? I put the fruits on top. Окей, я не знаю, что там внизу у него, но... Что там у него внизу, но... Наверное, фрукты. Сверху, наверное, какое-то желе, ягоды и... I know what it is, something new. Черешня. No, like we had in the hotel that... What? Okay. So, вот это вот красивое блюдо у него. Мой муж будет наслаждаться. В общем, все здоровое. Healthy food, okay? Okay, ciao, bambino. Вот такие мы, бабы. Любим мы тряпки. Ну что поделать. Как вам мои очки? Купила себе новые очки тоже. Ребята, посмотрите, какой там бот. Посмотрите. Корабль. Ну неохота выходить из сада, абсолютно неохота. Я думаю, зачем? Я хочу быть сразу в нескольких местах. Я хочу быть на бассейне, я хочу быть у океана. Вон там. Вон там. А еще я хочу быть на ланже. Вон там сидеть. Еще я хочу плавать одновременно в нескольких бассейнах. Еще я хочу посмотреть город Пуэрто-Валларта. Я очень много хочу.
Прикольно. Я только что сейчас говорила с мужем. Вот как это у нас у женщин? Вот купишь какую-нибудь тряпку, и потом ходишь, трогаешь ее, смотришь, любуешься. Я люблю, купив какую-нибудь вещь, потом ходить и любоваться, примерять, и крутиться у зеркала, или просто смотреть на нее, такая вещичка классная. Мужу говорю, вот же вот мы, женщины, любимые тряпки. Он говорит, ты думаешь, мы мужчины любим? У нас то же самое, но только стул с инструментами. Ну как, ребята? Хаммер, молотки, отвертки, всякие там резальные электрические устройства. Или даже электронику. Кстати, по поводу электроники, я люблю тоже электронику. А? Итак, мы поели, и сейчас мы собираемся идти в город. Так мне охота выходить и оставлять вот эту всю красоту, что позади меня. Гораздо приятнее просто лежать на бассейне, лежать на пляже. Нам придется идти, потому что мой муж хочет посмотреть город Валларта. Мы фактически его не видели. Приехали сюда и сразу попали в гостиницу, в эту красоту, и не оставляли отель ни на минуту. А теперь нужно идти. Хотела похвастаться. Вчера купила на пляже вот такую штуку. Мы всегда покупаем что-нибудь с путешествия. И очень приятно потом эту вещь одевать или использовать и вспоминать. Оу, я это купила на Гавайях. Оу, я это купила в Пуэрто-Валларте. Мне кажется, такая приятная вещь. Можно носить на пляж. Платочек можно носить как просто платок. Настолько красивый цвет. Мне нравится освежающие белые и с вот такими лиловыми рисунками. Окей, ребята, будем собираться в город. До следующего включения. Итак, я собираюсь в город. И для того, чтобы ехать в город, в Мексике нужно одеваться как можно less flashy, меньше привлекательнее, не носить джулеры, дорогие изделия. И таким образом вы не будете привлекать себе внимание ненужных вам людей, то есть воров, карманников и так далее. Да, ну в общем, у меня настолько просто турист. Ну, шапочка нужна, конечно, всегда. Sunscreen, no jewelries, простая футболка, юбчонка, удобные штиблеты, футболка, которой можно потеть, хлопчатобумажная желательно, удобная вещь. Ну и хорошо бы защититься от солнца. Можно накинуть на себя легкие покрывающие шею или руки. Вот так, ребята. Ну и, конечно, шляпа, да. А, очки. And glasses. Oh yeah, baby. Oh yeah.